Увидеть своими глазами красоты Северной Осетии в республику прибыли блогеры и представители турагентств. Около 30 человек из разных регионов России 3 дня будут знакомиться с республикой. Куда сходить, где отдохнуть и как провести время с пользой для здоровья. Эллада Дзукаева расскажет подробнее. Блогерам и туроператорам рассказывают об оздоровительных процедурах, которые предлагает отдыхающим санаторий «Сосновая роща». Спектр услуг широкий. С ними знакомят гостей республики из разных регионов страны. Я уже более 11 лет занимаюсь туризмом и очень люблю Северную Осетию. Это, пожалуй, мое любимое направление. Я его пытаюсь продвигать на протяжении лет 10, наверное. И вот сейчас вижу динамику продвижения на протяжении, наверное, 3 лет. За что полюбилась Осетия? За ваше, в первую очередь, гостеприимство, за вашу историю, красоту природную. У вас действительно есть что посмотреть и очень разный спектр услуг. То есть туризм, он очень разный, но и активный, и балеологический, и релакс-туры. Павел Тарасов приехал из Москвы. Вместе с другими гидами и блогерами побывал в Мариинском театре, в Центре народно-хозяйственных промыслов, а также отведал национальные блюда на фестивале остинских пирогов. Для гостей состоялся и мастер-класс по выпечке. Мне понравилась атмосфера в городе, ваш исторический центр. Здесь очень уютно, спокойно, особенно люди, которые приезжают из крупных мегаполисов. Я думаю, это как раз и ценно — сменить обстановку, попробовать местную кухню. Она у вас здесь отличная. Некоторые из гостей приехали в Северную Осетию впервые. Есть и те, кто уже неоднократно посещал республику. Подобные туры позволяют расширить и популяризировать внутренний туризм и ближе познакомить с достопримечательностями республики, жителей других городов. Порядка 30 человек у нас. Это и Москва, и Санкт-Петербург, и Ростов, и Минводы, и Краснодар. Абсолютно широкая география приехавших людей. Конечно, они приезжают для того, чтобы взаимодействовать с нашими туроператорами, увидеть наш турпродукт своими глазами. Это места размещения, общепита. И так как они будут продавать этот продукт, они воочию должны убедиться в том, что это соответствует тому, что мы на фото показываем, на видеороликах. И убедившись, и поняв, что это действительно соответствует тому уровню, они с уверенностью начинают работать с нашими туроператорами. Знакомство с республикой в таком формате комитет по туризму проводит не впервые. Специалисты ведомства отмечают, что это позволяет раскрыть не только потенциал региона, но и существенно увеличить турпоток. Таким путем мы планируем завлекать не только туроператоров и блогеров, а может быть уже и выйдем на немного другой уровень, потому что интерес не только по увеселительной программе, но и есть и такие туроператоры, которые привозят людей, чтобы они занимались йогой, практикой, какими-то спортивными мероприятиями. Тут часто бывают сборы в Осетии. Ну вот, планируем дальше расширяться. Ознакомительный тур продлится 3 дня. Завтра гости республики посетят горные районы Северной Осетии. Однако яркие впечатления они успели получить уже сегодня. Лада Дзукаева, Игорь Вацеховский. Новости Осетии.